Привет всем! Интересная у меня сегодня новость. Новость туалетная, можно сказать. У туалетной бумаги Обухов наконец появился достойный конкурент. Причем конкурент этот от российского производителя. Мы знаем, что самая качественная туалетная бумага украинская, то есть Обухов. Ну, за исключением, конечно, подделок. Бывает, что в России делают подделки. Вот Обухов, я знаю, они некачественные, и, конечно же, с настоящим Обуховым сравниться они не могут. Я вчера такие видел в магазине. Определить некачественную туалетную бумагу очень легко. Нужно вот сжать ее вот так вот с силой, и почувствуешь, если, что бумага твердая, вот этот рулон твердый, значит, бумага плотная. А если он мягкий, значит, это труха, которая рассыпается. И пользоваться такой бумагой невозможно. Так вот, что я вчера нашел. Смотрите. Вот такой из набережных Челнов товарчик поступил. По той же цене, где-то около 15 рублей стоит и Обухов, и вот этот самый, как называется, названия у нас нету. Просто написано «туалетная бумага из набережных Челнов». Вот. Но очень плотная, жесткий рулон, еще даже плотнее, чем Обухов. Так что, я думаю, это серьезный конкурент. Мало того, если посмотреть вот внимательно, видите, эта бумага даже на миллиметр выше обуховской. Это, конечно, не намного больше, но все-таки больше. Такие вот новости. Так что, друзья, у Обухова наконец появился достойный соперник.